На кладбище легче поедем. Нормально? Так, нормально. Да. Давай, идет. На, вот тебе купил. Да. На юные баллы? Они их сейчас там за наклейки бывают, за... Они одинаковые, что ли? По скидке просто отдают. Слушай, вот этот меньше, да? Этот 200. Там еще есть. Этот 100, этот тоже 200. А что, они разные все? Ну-ка, покажи ко мне цену. Дешевые, хорошие. Маленький 100, то 200. Тоже надо? Ну, заедем, возьмем. А? Ты мне что купил? Да, пойдет тебе. Ты два одинаковых, да? Да, один мал, один тебе. Один маленький на пробу. А ты уже открыл, что ли? Да. Я пил только что. Может, конечно, не вылезти мне особо. Эра, открой нам дверь, скрыть. Вообще никак. Приехали на кладбище. Надо будет маме позвонить, может, она еще ножи возьмет, если пока не разобрали. А? Бабочек? Надо найти бабочек и будем ловить. Там давай ты его. Сейчас будем искать, давай, пойдем искать. Не, я не пойду. Пойдешь искать? Пойдем туда, посмотрим, есть там они. Я не пойду. Ну как мы будем их ловить-то, Лех, если их не смотреть, не искать? Ну что делаешь? Давай, я тебе ножи. Там ножи эти, кстати, без наклеек теперь продаются. Я взял еще нам один универсальный за 200 и для овощей за 100. А? Нет, мы только приехали на кладбище. Так вот, надо быть, эту статью хватит поймать, это он. А? Такие бабы. Ну, приготовь что-нибудь. Не знаю. Пойдем за сачком. Надо еще-то ножи нам. Она зачем? Какие-нибудь. Потому что пока еще не разобрали. Так, универсальный, который у нас есть, и маленький такой для ножи, для этих овощей один. Я там думала, какой-то разделочный или что-то такое. Такое ну, сходи, я пока не разобрали, я. Если хочешь, и возьми. Ладно? Пока ты что? Пока не разобрали, там они их уже стоят, смотрят все на них. А где они стоят? Глаз положили. Там, где и стояли. Папа. Я не знаю, где они стояли. Папа. Заходишь, там увидишь сразу. Папа, дай пока покопаю. Покопаешь? О. Где это? А? Где сколько приедете? Через сколько приедем? Не знаю. Не знаю, через часа два. Готовить к твоему приезду или что? Мы сегодня никуда это, мы не пойдем? Вообще? Куда? На прогулку, может? Не знаю. Ну, попозже приготовь там к вечеру. Давай. Там это, не забудь дать карту, там баллы списываться начали. У меня там 90 баллов списалось еще к этим ножам. Давай. Пока.
Ну что, где бабочки? Нету бабочек? Не вижу бабочек, Лёх, я. Воняло бензином. Спросил? Да. Ну вот зачем мне покупать? У нас же есть коса. А на природу все равно даже с собой, если брать, это если только на один день куда-то ехать, а на один день тоже зачем тебе там дрова столько? Как бы, блядь. Пилу-то некуда положить. Да, вот, а косу тем более она длинная, блядь. Ну если, может, она там разбирается, конечно, не складывается, еще, есть там складные варианты, да. Протирать не будем. Смотри, а чем? На сиденье на ваше никакого, баба, на ваше чем? Сиденье. Баба, дай скопай твою яму, баба. Вот, нам ничеёк сделать. Ручеёк? Да, вот, бежит. Да, я тебе сделал ручеёк. Да, баба, увидишь, что такое тиёк-то, вот, баба. Ну всё, вперёд, идите, постойте. А? Постойте и поедем. А, все уже? Да, видишь, как ручеек течет. Тут еще вот так. Да, туда зачем еще? Вот да. Повесим, попал. Летать не будет, па. Так, все, баба, сделала. Вот тут сейчас будет у нас озеро. Смотри, нальем. Вперед! А? Идите, постойте и пойдем. Идем, мы лужи играем. Так, пойдем, Лех, сейчас стоим и поедем уже. А я пока сделаю, да. Пойдем пока туда. Сделай батку. Леха не хочет идти. Что взяла-то? Да. Ты ничего не доставала? Да, потом надо ходить. Еще, папа, ты поедешь теперь. Проеду, да. А? Пошедшую, да? Нет, на крышу не помогает. Взяли еще вот такой ножик за 300 рублей. Красивый, да? Топорик. Пойдем. Нельзя, бабушка, иди гуляй! Пока не зарезал. А? Машу не забыл. Что-то хотел сказать, забыл. С этим бабушкой. А, сейчас пойдем мыться в дом. Нам еще до горячей воды 20 дней. А там может еще. Вот.
на все лето. Ну, это почти все лето. Я не удивлюсь, если они опять скажут, извините, мы не успеваем еще месяц. Потерпите. Да, бабушка? Пойду мыться. Пойду бозон получать. Слышишь, что говорю? Пока. Так, в озоне там пришли ножницы за 500 рублей. Немецкие якобы пишут. Мы их поучим, посмотрим. Наши сломались, маникюрные. На. Так. Ножницы. Ножницы педикюрные. Германия. Посмотрим, что там у них. Гуляй. Достань 500. Айдак, на любой шорох бегут. Так, вот такие ножницы. Посмотрим, как они будут стричь ногти. На ногтей сейчас нету. Потом отрастут. Пишу, что хорошие. Ну, конечно, за 500 рублей-то должны быть хорошие. И еще начнем с ножа за 200 рублей. Вот такой вот ножик. 200 рублей. Сейчас в Дикси продают их. Можете тоже купить, сходить. Вот это я уже показывал. Топорик. И вот за 99 даже. Ножик. Вот такой. 99 рублей. Вообще отлично. И еще у нас вот такой один мы уже покупали, один есть. Итого у нас 4 ножа. Теперь крутых. Как там, Ибуклин? Ибуклин, да. Так, подвези. Это вот у Лёши есть, который. Это, по-моему, похоже, да? 196, 10 штук, 9 штук. Все, ничего нет. А чем отличаются эти две? Это какие-то таблетки, да? Так у тебя были таблетки. А, у меня капсулы какие-то были. Может, у меня есть капсулы? А это порошок. Ну таблетки давай тогда. Упаковочка. Такая же помогает. Таблетки тоже порошок. Вот только одни таблетки. Ну давай, 200 рублей. И твое сколько стоит? 1600. 1600. Сколько у нас вообще денег? У нас 16. Ну-ка, уходи, Лёш. Ну-ка, возиться. Мешка болит. Так, самого. Лёха, что там делаешь? Где зубы ещё есть? Что с интернетом сегодня вообще? Сегодня, да, и интернет, и YouTube, и работа.
180. Почему? 1, 2, 3. Так. 1600. Скажешь потом, сколько переводить на ОТБ, чтобы кэшбэк списывать? Начислялся, точнее. Ага. Сейчас тебе скриншот скину. Ну, скинь, да. Тут как раз и номер заказа. Ага. А сумму вот к оплате. Лёша! Лёха, иди зубы чистить. Макс, иди гуляй. Так, я иду по магазинам. Да. С рекламой? Много рекламы там? Так, голень. 170. 3 килограмма. Я ему скачиваю, стараюсь без рекламы, не с Google Play. Ну что же, реклама есть? Ну, в основном там все вырезано. Так, это я заехал в девочку. Наша авоська, где сладость, закрылась. Теперь заезжаю в девочку. Всякие тортики. Эти подорожали очень. 500 чем-то стоит теперь килограмм. Штуки. Гату последний взял. Картошка. Ты спросил картошку купить? Не такую. А какую? Обычную. Обычную? Мне кажется, такую. Молоко по 54. Шито. Чек. Такие штуки. 380 за килограмм. Курица вот этого 125, поэтому я ее взял. Потом еще голень там 170 была. Тоже взял, пока дешевая. Таких цен нигде и нету. Что голень стоила 170, а курица 125. Это 70 что ли? Кукуруза. Фрикадельки, суп. Эти пельмени из кролика. Маленькие. Это нам свинина говядина. Ермолино покупаем пельмени. Вот эти 410. Раньше, сейчас сколько не знаю, наверное, дороже уже. Вот эти 380 что ли. Так, ибуклин. От простуды помогает классно. Спагетти 70. Котам по 9 рублей нашел штуки, представляешь? Стоило 9 рублей. Картошка 80 за килограмм. А? В Диксе продавалась спокойно. Мне надо еще в одну взять. Еще котам. Крабовое мясо 70. Все? Еще пакет. А, еще пакет. Котам за 250 опять штука. Это в чижике по 70 что ли. Чебупица. Ну чтоб и то поесть. По 119, по 109, по-моему. Кофе по 12. Булочки по 30, ветчиной и сыром ярче. Попить. По 70 с чем-то. Вот такие покупки. На сегодня. Мясо будем есть, да? А, вечером. А сейчас мы на эти поедем, да, штуки? Да. Ага. Бежаешь? А? Бежаешь? Нет. О, как не орал. Ничего не обижаю. Боится? Нет. Мальчик тебя обижает. Поеду я на разборку. Я. В Шихино. Там бесплатно или что? Платно. Но там машины разбирают. Может, там найду пропец. Так, сейчас поедем на авторазборку в Шихино. Надо мне найти трапецию дворников. Моя сломана. Туда, куда одевается дворник, сам там отломалась. Шток этот
я там отверстие сделал, на гайку посадил. Она постоянно раскручивается. Сегодня хотел посмотреть номер трапеции. Смотрю, она там вся уже изношена, болтается. Когда прилипает дворник, она его не может сдернуть, прокручивается из-за того, что там все разболтано. Надо, в общем, или новую китайскую, или бэушную какую-то, немецкие есть. Так, Крестьянский переулок. Сейчас поедем спрашивать, может, у них что там есть. 5 километров ехать. Продаются в Озоне китайские за 1500. Не подходит там крепление, надо их там просверливать, чтобы все встало. Не хочу этим заниматься, лучше взять бэушную, пощупать ее, если она будет нормальная, то ее купить. За 1000. Движок у меня есть для трапеции, старый, хороший, бошевский. А трапеция износилась уже. Приятного пути. Проблема. Вот даже вожу с собой ключ постоянно. Потому что дворник этот самый прокручивается, когда прилипает. Приходится гайку эту подтягивать. Я потом покажу. Как-нибудь. Так, подъезжаем мы к Крестьянскому переулку, где-то здесь должны быть гаражи какие-то. И в этих гаражах есть авторазборка. Вот он у нас, Крестьянский переулок. Где здесь гаражи? Надо искать. Карте там спереди есть где-то вот тут слева. Нет, слева тут ничего нет. А вот они. Там гараж у нас. А где у нас Калинина улица?
Это там, где светофор, да, у нас на нашей стороне? А? Там, где светофор на нашей стороне, да? Да. А. А что? Ну, сказали, на Калинина еще есть разборка. На первый посмотрел, там УАЗик стоит, он там другая трапеция. Сейчас поеду туда посмотрю. Блин, а вот этот руль. Давай, да. Не подходит трапеция. Я ее сфоткал. Сравнил со своей. Там, во-первых, движок другой, во-вторых, сами тяги по-разному расположены. Но она как бы не болтается, как моя. Моя разболтана. Поеду в другую сейчас. Разборку. Так, подъезжаем ко второй авторазборке. Потом поедем в третью. Третья будет в Муравьёво где-то. За Ральфом. На первой стоило 1500, она не подходит. Сейчас посмотрим на этой. Там, где машина выезжает, наверное. Напротив такси, слева такси, справа авторазборка. Тут даже встать-то негде. Так, здесь на русские машины вообще ничего нету. Посоветовали в Шихино, я там был. Про Муравьёво они не слышали. Желаем вам приятного пути. Так, мне тут будет не развернуться что-то. Проблема тут у меня вообще. Ладно, сейчас задом буду выезжать, значит. Дело есть, разборка. Надо искать. Или кого-то спросить, может. Повесили бы.
материала. Остановка. Ну вот, направо тут поворот. И больше я не знаю, куда здесь ехать. Никого нету. Дело. Нашел это на авторазборке. Какой-то вот номер есть на сайте. Позвоню. Алло, здравствуйте, это авторазборка, да я? Да. Скажите, у вас есть запчасти на УАЗ Патриот какие-нибудь вообще? На какую машину? УАЗ Патриот. На Патриота нет ничего. Нету, да? Ладно, понятно, спасибо. Нету нигде ничего. Наша трапеция вот так вот она тут болтается. Вот это тоже он болтается. Часть. Она же так не должна болтаться, наверное, прямо чтоб совсем. Люфт такой. Ну, такого точно вот быть не должно. Тут, наверное, должна быть прокладка какая-то. Она, наверное, износилась. Вот. Движок нафиг стоит вот такой. Bosch, я так понял. Немецкий. Вот это вот всю часть надо мне где-то купить. И там она вот тоже разболтана вся. И вот тут вот у меня вот раньше была гайка, отломилась резьба. Все, я проследил отверстие, на болт посадил сам дворник. И теперь он прокручивается. Вот тут гайка. Вот так вот должно быть. Тоже если его сейчас откручивать, менять, возможно, сломается. Как и здесь. Такая проблема. Сейчас буду, наверное, заказывать на Озоне. С прама завода, который в нашем городе тоже есть. Самокат стоит 7 рублей в минуту. Я там внес 600 рублей. Он на счет на это. Приложение. Да. Арендуем сначала один, посмотрим, как, чё, прокатимся. Если понравится, арендуем второй и поедем обратно. На нашу сторону. Понимаю. Раз никто не может, то я могу выйти. Так, идем самокаты бронировать. Арендовать. Должно. Все равно же будет день. Мы идем по Марату. Да. Да, сейчас до самокатов, Лёх, дойдем. Будем их бронировать.
и будем кататься. Ну, на обратном пути. Только они большие, Лёх, ты будешь со мной кататься вместе, там одному тебе не получится, пойдем понял? Пойдем сейчас мясо покупать. Ой, а какое это мясо-то? Какое это мясо? Какое мясо-то надо? Куда ехать-то вообще сначала? Спрашивал ты? Около этого. Ага. БМК, который. Ну, голень у нас есть, скажи. Голень, если что, у нас есть. Я сегодня 3 КГ купил. Голень есть у нас, но она где-то... Она какая-то маленькая, какая-то большая. Не все большие. Ну, что там? Ну, мясо надо купить. Мясо? Шейку. Сколько килограмм? Один или два? Два. Два? А ехать это куда? А? Сейчас, подожди, отвечу. В общем, Настя в субботу на работу, будем меняться. Он, Лёхин, идет воспитатель, ой, медсестра. Знает он ее, нет? Здрасте. Здрасте. И Лёхина, и моя в детстве. Так, переходим, Лёх. Можно было бы сейчас справку не спросить. А? Справку можно было спросить. Про это подумал. У нас там, знаешь, что, в принципе, у нас бланк есть, она как-то лишний мне дала. Что, бланк? Лишний бланк есть, может, на нем написать? Ага. Она мне как-то давала, и там, видимо, слипся, один пустой. С печатью? Ну, я не помню. Но он же с печатью должен быть. Пока это там есть печать. Я не знаю, нужна там еще одна или нет, я не помню. В общем, Леха у нас тоже в отпуске 2 недели, как и я. Чтобы пойти в садик, нужна справка от врача, что он здоров. Подменилась ты? Да. И на субботу выйдет. Настя подменилась. Приближаемся к самокатам. А? Лех, пешком иди тут, устанешь сейчас. Да? Ой, жарко стало, мы куртки с тобой взяли. Было холодно. Ага. Да, сейчас там. Надо будет брать. По этой горе-то. А? По этой горе забираться я уже устала. Вон, видишь, спереди стоят. Синие. Слишком крутая. Вон они. О, видишь, стоят. Поехал кто-то там. Мальчик, наверное. Фу, да. Да, видишь, какие они большие, высокие. Вдвоем поедем, Лёх. Да. Фу, блин. Так, тормоз слева. И газ там же, да? Где-то кнопка должна быть. Такая. А, ну, какие-то непонятные. Просто поросенок. А вот включение. Зачем регулировать? Это что? А, вот газ. Это газ вот будет. А вот это звонок. А это что? А вот это что? Тормоз. Это... Не знаю, что это. Да. Так, тут подножка еще должна быть где-то. Вон она. Ага. Ну что, сейчас буду там брать. На. Ой, Леш. Прокатимся чуть-чуть. Мы Лёх вдвоем поедем сейчас, только я его куплю сейчас. Что-то их тут и нету. А, может, еще не прогрузился. QR-код. Что-то пошло не так. А, это техобслуживание. Давай, значит, этот. Да? Да, господи. Тоже на техобслуживание. А что не так-то?
Может, у них зарядка села? Да не должны. Может, отключить надо? Попробуй включи. Сколько там зарядки? А, может, надо включать его? Что-то не хотят они здесь. Ну, давай посмотрим другие, где тут есть. Этих тут на карте нету, в принципе. Нету? Почему? Не знаю, вон там два стоят где-то. Да? Да. Ага. Вроде все. Так, сейчас развернусь. Еще не едет. Да, слышу. Нет, ты будешь держаться. Что не едет? Не упадешь, будешь держаться. А, о. Все, поехал. Вот он резкий, правда. Сейчас приедет. Это же я, мам. А? Как я, мам. Сейчас ты тоже поедешь. О, мам, вы же понимаете. Не сломай, Леша. У нас приклеены. Не ломай. Что, будешь пробовать? Сейчас сначала мама попробует, Лёх, пакет. Мама, все, нет. И что тут надо? В общем, сначала отталкиваешься, чтобы он катился, потом вот эту давишь. А тормоз вот это? Да. Он по асфальту по ровному давай сначала. Мы сейчас пойдем налегко туда кататься, на Советскую площадь. Ты эту, да? Да, да. Или не это. Вот это, по-моему, во. Да. А это что? Это не знаю, вот это, в общем. Ну-ка, Леш, отходи. Лех, отходи. Ну, страшно. Ну, отталкивайся давай, чтобы он ехал. О, и нажимай. О! Мама сейчас приедет, Лёх. А мы поедем куда-то. Да. Куда мы поедем? Да. Ну что, научилась? У меня все трясется везде. Что, поехали на Советскую тогда? Мне кажется, далеко. Ну давай на Советскую-то покатаемся просто. Ну смотри, сейчас мама поедет. Я уже научился, Лёх. Я тоже не буду. Я не научился. Вон, смотри, как мама поехала. Пойдем. Куда? В общем, не доедем мы, я так понял. Куда мы хотели на самокате доехать?
Волк? Вон, смотри, мама едет сюда. Вот асфальт хороший, тут нормально ехать. Видишь, как мама медленно едет? Хорошо. Но мы же уже на площади. Поедешь, Лёх? Туда. Пойдем. Туда ехать? На площадку? Да, наверное. Мы там будем. Потом приедешь, как накатаешься. Так, вон мама у нас едет. Вон спереди, спереди. Сюда едет, смотри, вон она. Сюда, смотри, вон. Вон, видишь, едет. Пойду тогда я его ставить сейчас, как мы не поедем никуда. Заплатил я 600 рублей, уже 200 ушло. Там еще старт 50 рублей, чтобы поехать просто. Что, накаталась? А? Накаталась? Ну, иди покатайся. Ну, пойду тогда ставить его, прокачусь немножко, поставлю. Все, поставил. Там уже Додо пиццу. Че, пойдем? Пойдем. Вышел 183 рубля. В конце нужно его сфоткать было. Зачем? Не знаю, такие правила. Не пойдешь, Лёх? Нет. Я хочу идти, Лёш. В туалет душ давно хочу. Сходи в туалет пока. Некуда сходить-то. Платный туалет-то не работает. Никогда. Пойдем, Лёх, дальше. Ну, еще магазин надо. Нет, я сказала. А он успеем на магазин-то? На скольки он? Мне кажется, он до 8 должен быть. Давай ты его тикатяй. Лёш, я не могу уже стоять. Давай, Лёх, еще 10 раз и пойдем. Давай. Раз. Да, сейчас. Он там все занято, правда. Большой такой огромный. Так, мама пошла за мясом покупать на завтра. Куда-то поедем. Вот они стоят, тут тоже самокаты, что на карте их не видно. Че? Че, поедем, Лёх, на самокате домой-то? Видишь, они стоят вот. Нет. Не поедешь? А там, ну ладно. В общем, ели с Лёхой нашли качели. Вон там он. Мальчик с девушкой. Не знаю, лет 16, наверное. Говорит, нет, мы не уступим. Сами не катаются, нам не дают. Алло. Я на кассе перезвоню. Давай. Мама уже на кассе покупает. А мы с Лёхой идем к бабе. Завтра поедем куда-нибудь на природу. Главное, чтобы погода не подвела. По прогнозам дождь. По прогнозам. Купила. Вам шалаши надо? Ну я знаю, там нет их. А-а. Сначала домой пойду, в туалет хочу. А-а. Ну ладно. Мы возле горсада уже. Может, Лёша, да, в дом отведёшь? Ну, сейчас сходим, еще купим. Поведу сейчас, да. В дом тогда подходи. Потому ладно? Что там надо не только лаваш, там надо посмотреть. Ну, может, им что надо? Надо еще попить взять, да? Угу. Все такое, короче. Ну, давай. Ну, позвонишь, когда это туда придёте. Ага.
сама эти как они, голени не достану. Угу. Давай, голени, может, там побольше выберешь, покрупнее. А сколько их вообще надо? А я не знаю, спроси, позвони. Ну ладно, давай. Давай. Так, 10% осталось на телефоне. Пилоты. Когда зашли в КБ, оставили 1500. На завтра набрали там всякого пива, сладости к чаю, закуски к пиву. Сейчас идем в Пушка Суши. Заказали за 1160, по-моему, сет. Самовывозом 100 рублей скидка. Пойдем получим. Потом за Лёхой в дом. И покажем, что там вообще. Ну это, наверное, я в доме оставлю, да? СКБ пакет. А суши покажем. Давай. Посмотрим, что там нам дали. Это я там набрал. Бесплатно были палочки. 4 штуки. А это я не ем. Это тебе я взял. 3 штуки. Одну вот это сейчас будем макать. Так. Надо погреть их будет ли. Лёху позвать. Может, он тоже будет. Лёх, иди смотри, что есть, Лёх. А Лёх. Смотри, что есть, Лёх. Иди сюда. Иди сюда. А, на горшке. Ага.